Ух, так, всем привет. Надо потише сделать. Так, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Вы находитесь на канале Казаков Геймер Систем, то есть КГС. Меня зовут Андрей, и мы с вами продолжаем проходить игру Risen, первая часть. Да, я сегодня с взъерошенными волосами проснулся недавно. А прибирать их вообще в поду просто. Насрать как-то. Вот тебе не насрать, мне насрать. Ну ладно, время я засек. Так, в прошлой серии мы проебали щит, мы проебали несколько денег, да и хуй бы с ними. Они мне вообще нах не нужны, а может и нужны, да как-то похуй, вообще насрать. Короче, этому чуваку мы голову подкинули, теперь нам с Альваросом или Альвара, как его там, блядь, надо договориться. Что? Нет, ничего, чувак. Да, голову мы подкинули, тот чувак теперь, наверное, взбешен, взъерошен. Так, нам надо с вами переночевать, чтобы наступил день, утро, как его. Короче, ладно, хер с ним. Пойдемте сейчас поболтаем с тем чуваком. Ну, тот кузнец, или как его там. Пиздец. Ну вот, с ними сейчас поболтаем и пойдем переночуем. О, новые люди до сих пор прибывают? Что ж, будь осторожен, инквизиция повсюду. Что ты говоришь? Ладно. Я имею в виду, смотри, куда идешь. А то оглянуться не успеешь, как окажешься по уши в дерьме. Они все сумасшедшие, знаешь, поклоняются огню. Какая у меня кружка, видите, а? Водолей, ебать! Водолей, сука! Знак зодиака как-никак мой. Так, я все понял, чувак. Так, к инквизиции я и так не подхожу. Чего все? Не подходи, не подходи. Не, ну, блядь, я чё, сука, не понимаю, что ли? Тупой, что ли? Не буду я к ней подходить. Пускай, сука, сами балуются своим огнем. Так, а ты хоть вообще реально кто? Кто ты? Я Эдгар, начальник городской стражи. Ну, был, по крайней мере, пока не появилась инквизиция и не выжила Эстебана. Я не самый большой его поклонник, признаю, но он хотя бы здешний. Ну, понятно. Что мне нужно знать о портовом городе? Бля, хотя уже поздно я об этом спрашиваю, ну ладно. Что мне нужно знать о Харбортауне? Новичок, просто будь начеку. Никогда не знаешь, кто всем заправляет сегодня, а кто завтра. И держись подальше от портового склада. Люди решат, что ты воруешь оттуда. Я даже не знаю, где. Скажем, это нечто вроде шила в заднице у инквизиции. В смысле? Шило в заднице. Система правосудия здесь проста, но эффективна. Украл что-то, мы из тебя выбиваем дурь. Причинил вред горожанам, убил животное, мы выбиваем из тебя дурь. Я это уже понял. А если ты убиваешь кого-то... Вы выбиваете из меня дурь? Точно. И потом мы тебя убиваем. Я убил животное, почему я еще живой? А? Что мне, ну, что еще мне нужно знать? Кстати, я вспомнил. Нам этот хорек сказал то, что нужно дойти до Сонечки. А да, ну и там, я помню, это бордельчик с проститутками. Нам нужно будет с вами до туда дойти, с ними поразвлечься, все такое, ну, понимаете. И все, и шагать. Что еще мне нужно знать? Много неприятностей можно причинить людям и без того, чтобы нам понадобилось выбивать дурь. Конечно, они не станут с тобой после такого разговаривать. Что же делать, чтобы этого избежать? Во-первых, не доставлять неприятностей. Что, если неприятность случилась? Да. Тогда будешь разбираться с тем, что случилось. Ну, охереть! Со мной там половина людей не хотят разговаривать. Я уж не знаю, что делать. Нет. Должен же быть какой-то способ уложить проблему. Да, объясни мне. Должен же быть какой-то способ улаживать проблемы. Хм. Кажется, у магов есть заклинание. Заклинание шутка. Серьезно? Да. Человеку представляется, будто он только что услышал самую смешную шутку в мире. И дальше что? И он забывает то плохое, что с ним произошло. Где мне раздобыть это заклинание? У магов, наверное. Их много в монастыре. Кучка вероломных предателей. Многие из них сотрудничают с инквизицией. Некоторые околачиваются в городе иногда.
Не, чувак, я в монастырь не пойду, не хочу я туда. Плохо там. Почему ты не обучаешь рекрутов-то? Почему ты не обучаешь рекрутов? Скажем так. Мы с Инквизицией расходимся во взглядах на законы. Я считаю, законам требуется гибкость. Зачем арестовывать каждого мелкого воришку? Но Инквизиция ни на что не хочет закрывать глаза. Они подрядили одного из моих бывших стражников, Арика, надзирать за рекрутами. Он мастер и обращается с ними, как полагается. Хотя последнее время кажется, что он немного озабочен. Ну, понятно. Я помню, я играл за Инквизицию. Был на стороне Инквизиции, я помню, что там. Помню, кто такой Арик. Вообще чмошник. Должно быть, ты хорошо обученный боец? Владею мечом и арбалетом. Меч годится, когда враг близко. Арбалет, когда он пытается бежать. Ты можешь обучить меня? Научить тебя? Конечно, хоть какое-то занятие. Но я не стану учить тебя за даром. Понятно. Обучи меня боевым навыкам. Обучи меня боевым навыкам. Ну и чё, сколько у тебя тут чё стоит? 200 золотых меч на второй уровень качнуть? Силу прокачивать? Ебать, у тебя тут всё дорого. Дай мне силу. Я хочу быть сильнее. Усвоил? Отлично. Спасибо, чувак. Ну, хоть немножко силы прибавилось. Хотя это очень дорого, блять. Очень дорого. А ночевать я пока не буду. Я к Соне пойду. Хоть это, ну, мне сказал чувак, надо провозлечься. Наверное, там и пересплю. В переносном смысле. Значит, кто-то же их построил? Лили. Ну, похоже, в карманах у тебя кое-что есть. А подходящее место, чтобы их слегка облегчить? Дом наслаждений мадам Сони. У нас найдется, что предложить любому. Девочки талантливые, гибкие и никаких вшей. Полезная информация. Спасибо! Такая полезная информация была. Главное, что нету вшей, блядь. Ой, какая противная музыка. Чувак, перестань играть. Все в порядке? Нет, музыка все равно идет. Ты кто? Кто ты? Мо. Работаю на Даргела. Доставляю мясо. Понятно. Ясно. Непростая работенка. Ага. Особенно навоз выгребать, чистить лавку мясника, жир вытапливать и скот гонять. Если тебе от меня ничего не надо, я пойду тогда. Дел полно. Не, стой, мне нужна пара шкур. Мне нужна пара шкур. Тогда тебе повезло. Вот, можешь забирать. Просто так дал? Что, даром? Что с ними не так? Да все в порядке, просто мне и без них легче будет. Это же шкуры Бакстера, не правда ли? Это ты их взял? Ну да. А ты их Бакстеру вернешь. И никаких неприятностей. Логично, мол, мы с тобой... Ай, бля. Ну мы с тобой договорились. А ожерелье я бы взял, конечно, но сука... Меня сейчас тут только загнобят за это. Ну да ладно, воровать я не буду. Хватит с меня. Хватит сполна. Ванна. Купаться я не хочу. Так, ладно, давайте поговорим с Соней. Где тут Соня? Все просто, лапочка. Если ты хочешь чего-нибудь, ты за это платишь. И мы не делаем скидок даже для суровых и красивых. Да понятное дело. Проститутка есть проститутка. Что ты можешь предложить мне? Ты находишься в лучшем борделе города. Он единственный тут, блядь. Если здесь нет чего-то, значит это ничего не стоит. У меня выбора не было, блядь. Расскажи мне о себе. Как у тебя дела? Инквизиция не заботится о том, чтобы следить за порядком в борделе. И они закрывают глаза на те случаи, когда наши клиенты творят омерзительные вещи. Ты только глянь вон на того ублюдка. Его имя Эриксон. Какого? Пьет с утра до ночи и бьет моих девочек. Мой охранник ушел из города, а меня Эриксон не послушает. Грязный мерзавец. Спроси Гвен, она расскажет, какие гадости творит это чудовище. А, это в ванной, которая лежит, да-да-да. Поскольку Инквизиция не охраняет нас,
Тут нет места правосудию. Мы все в руках таких ублюдков, как Эриксон. Ладно, поговорю с ней, она там в ванной лежит, я ее видел. Так, а допустим, я клиент, кого тебе порекомендуешь, а? Допустим, я клиент. Кого ты мне порекомендуешь? Вот Ольга, например. Она милая девочка, очень дружелюбная и крайне гибкая. Только без глупостей, хорошо? Я не хочу слышать никаких жалоб. Да, где Ольга? Ольга! Короче, я тебя купил. Я вижу, ты жаждешь приключения, которое может дать тебе лишь Ольга. Я многое вижу, многое знаю. Да, это хорошо. Между нами лишь мадам Соня и несколько золотых монет. Я заплатил Соне за твои услуги. Я знаю, что нужно мужчине. Ты же путешественник, да? Искатель приключений. Да. Покори мои земли, милый. Хорошо, а это покажут? Ну что, побывал ты со мной в местах доселе невиданных? Да, вроде того. Интересно, почему я раньше тебя не видела? Я столько вижу. Вижу вещи, которые не видит больше никто. У меня есть дар. Я только что проверил. Я тут совсем недавно. И не планируешь надолго оставаться, правильно? Нет, надо разобраться с делами. Жаль. Что-то вот мне подсказывает, что твое присутствие в этом месте крайне важно. Позволь, я тебе кое-что дам на дорожку. Если ты кого-то сильно расстроишь, и этот кто-то откажется с тобой разговаривать, это позволит тебе успокоить его. Это мощное заклинание. Спасибо. Так что используй его с умом. Спасибо, Ольга. Да. Желаю тебе удачи в твоих приключениях. Чувствую я, она тебе очень пригодится. Спасибо тебе, Ольга. Олечка, ты просто молодец. Она мне еще и дала эту, рассказать шутку. Слава богу, музыка прекратилась. Так, пойду-ка я поболтаю с той. Гвен. Оставь меня в покое. Меня тут больше нет, ясно? Нет, ты есть, я тебя вижу. Ты давай так не шути. Блять, я с Ольгой, я только что Ольгу Короче, мы путешествовали с ней. По землям. По ее землям. В чем дело? Это все эта пьяная свинья, Эриксон. Каждый день он садится на эту скамейку и глазеет на меня. Я заметил уже. Облизывает губы, делает мне всякие неприличные знаки. Это так противно. А потом я узнаю, что он заплатил мадам Соне за меня. Я отказалась идти с ним. И тогда он избил меня. Ублюдок. Вот сучонок, сука. Я займусь. Можешь ничего не продолжать. Я его отпиздюхаю. Я отдам все мои сбережения тому, кто сделает так, чтобы нога его больше не ступала в заведение мадам Сони. Будь осторожен. Он мстительный ублюдок. Спасибо за предупреждение. Я, сука, разберусь с этим пидорасом, блять. Можешь даже не продолжать. Пить женщин плохо. Эриксон, погоди немного. Я сейчас уберу тут все. Потому что на кулаках мне будет легче тебя пиздить. Намного. Ой, блядь, у меня жизнь. Ай, блядь, нос чешется. Что за хуйня, а? Так, ладно. Ну что ж, Эриксон, привет, мудак. В чем дело? Ни в чем, сука. Че, уже пропустил рюмашку, да? Что? Уже пропустил рюмашку, да? Странно. Грудей у тебя нет, значит, ты не моя мамочка. Сделай нам обоим одолжение и иди к черту. Чувак, я тебя отпиздюхаю. Говорят, Романов не возьмет тебя больше. Говорят, Романов не возьмет тебя больше на борт. Тебе-то откуда знать? Я один из лучших моряков у Романова. О! Он уйдет в море. Я уйду в море. Я у него спиздил, короче, эту сзади херню. У него теперь палка. Ну, короче, чувак, все, ты без нее. Там был какой-то у него ключ, но я его и так обшарю потом. Чувак, у меня к тебе есть пара вопросов. Эй, у меня есть пара вопросов. Да неужели? Ну, а я не разговариваю с теми, кого не знаю.
Ты расскажешь мне все, что я хочу узнать, сучонок. Ты расскажешь мне все, что я хочу узнать. Ну давай. Давай, разберемся. Пришло время Я жажду крови. Я жажду крови. Да почему он меня успевает ударить? Со всеми, с кем я на кулаках сражался, я успевал ударить. У тебя есть талант. Кто-то за это ответит. Что ж? Я его убивать не собираюсь. Мне с ним нужно еще поболтать. Ну, дубинку я продам. Ну чё, Эриксон? Ладно. Чего ты хочешь? Я хочу денег. И больше нихуя. Ты мне денег дашь? Ты был в команде капитана Романова? Ты был в команде капитана Романова? Разнюхиваешь, как шпион. Теперь вопросы задаешь? Кем бы ты ни был, я сниму скальп прямо с твоей тупой башки. Давай, попробуй, блядь. У меня для тебя послание. Ради собственного твоего блага вали отсюда. Хоть раз еще посмотришь на местных девушек, пожалеешь об этом. Ты что, любитель шлюх? Не трать силы. Жизнь такая. Я все равно собирался сваливать. Если долго здесь оставаться, непременно подцепишь какую-нибудь дрянь. Стой, блядь, я не договорил с тобой. Ты знаешь капитан Стальную Бороду-то, ебаную? Ты знаешь, где капитан Стальная Борода? Где он? Ты не понимаешь, во что ввязался. Будешь продолжать в том же духе, ты покойник. Вообще насрать. Чувак, я сейчас тебя опять... Погодите-ка. Погоди, чувак, стой, я зелье попью. Стой, блядь, стой. Ты расскажешь мне, где находится Стальная Борода. И расскажешь прямо сейчас. В трущобах. Это в трущобах. В одной из тех лачуг, что возле гостиницы Косты. Теперь все. Я сказал достаточно. Даже слишком. Спасибо. Мы в этой серии туда дойдем. Так, ладно, давайте... Блять, у меня сил хватает. Урон 25, сука. Я тогда его возьму, ебать. Не, серьезно, классно, все, блядь, все нормально, у меня теперь есть секира. Хоть я и мечи люблю, но у него урон 25. Это хорошо. Эриксон получил то, что заслужил, все. Эриксон получил то, что заслужил. Да, я видела, как ты его отделал. Это очень порадовало мое сердце. Но этого недостаточно. Через несколько дней... Ой, блядь, пропустил, сука, случайно. Так, не думаю, что Эриксон осмелится сунуть сюда снова. Не думаю, что Эриксон осмелится сунуться сюда снова. Это больше, чем облегчение, скажу я тебе. Ты добрый человек. Не, деньги давай. Вот, обещанное золото. Спасибо. Не волнуйся, я скоро заработаю столько же. У меня есть особые уловки. Ольга, береги лучше. Себя, ладно? Ольга, спасибо. Лучше. Спасибо. И ты тоже. 70 золотых, Гвен, спасибо. Сколько у меня денег? 90. А, ну да, я же там Ольгу оприходовал, потом... Чё ещё я делал? А, да, я ещё силушку себе прокачал. Хорошая работа, Лапочка. Спасибо. Этот ублюдок Эриксон получил своё. Да. Ты по... Этот пьяница Эриксон тут больше не появится. Отлично. У меня просто камень с души. Да ладно? Я думаю, что это достойно вознаграждения. Ого, 50 золотых, спасибо. А, я знаю, какую-то информацию продаешь за деньги, она мне вообще просто нахер не сдалась. Так, погодите-ка. Тут какой-то потайной вход-выход есть, по-моему, из борделя. Ладно, я с вами поболтал, ты просто штурман, да? Ну что ж, мне в борделе больше делать нечего. Давайте с вами добежим до Косты. Да Лакосты. Лакоста, блять, Лакоста. Автосрение, хорошо. Сейчас добежим до хижины, где Коста. Ну, того, кого мы пришили. В прямом смысле пришили. Я его добил.
Не, ибо нехуй. Вообще, я мог у него костюм купить, но не хочу. И эту шутку я тратить просто так не буду. Если в этом городе я больше не накосячу или что-то типа того, то я потрачу на этого чувака из этого дома. Так, это значит, короче, вот хижина Косты. Я что-то не могу понять, а где? Где, блядь? А, вот оно что. Без правильного ключа это не сработает. Сука! А ключ-то, наверное, у этого чувака-то, блядь, который я видел. Ах ты ж, сука, поднимайся наверх, блядь. Как же забраться-то теперь в этот дом? Блядь. Чё ж делать-то? Мне нужно ключ добыть как-то. От дома Стальной Бороды. Блядь. Так. Но это уже точно его дом, это я точно понял. А я могу выбить? Без правильного ключа это не сработает. Без правильного ключа. Мне что, нужно научиться взламывать дверь или чего? Или просто Петти рассказать, я не знаю. Чего, ладно, давайте, короче, мы нашли его хижину. Это уже хорошо, пойдемте к Петти сходим. Расскажем, что мы и как узнали. И надо будет до Харька добежать. Так, проститутка. Здесь город тоже проститутка. Так, они сказали. Петти, насчет твоего отца. Насчет твоего отца. А, мне сказали, он был пиратом. Это так, сука? Мне сказали, он пиратом был. Так? Ну, если так люди говорят, то уж наверняка это правда. А? А ты как только говоришь? Не говори мне, что ты не знала. Да. Знаю ли я, что мой отец, капитан Григориус Эммануил Стальная Борода, величайший пират из всех, кто когда-либо бороздил моря? Я точно знаю, что он ублюдок. А остальное я узнала из слухов так же, как и ты. Ты собиралась мне это сказать когда-нибудь? Я попросила тебя добыть информацию, но я не говорила, что сама ее тебе дам. Ладно, ладно, я все понял. Вот сучка. Так, капитан Романов сидит в камере на набережной в порту. Капитан Романов сидит в камере на набережной в порту. А, значит, люди правду говорят. У этого пройдохи действительно терки с орденом. Он тебе ничего не сказал? А, Романов говорит, что понятия не имеет, где твой отец. Романов говорит, он понятия не имеет, где твой отец. Это он так говорит. Он бы так сказал, даже если бы обезглавил и кастрировал отца, а потом в бочке бы его засолил. Блять, ты страшная баба. Василий говорит, что у твоего отца есть хибара где-то в городе. Василий говорит, у твоего отца есть хибара где-то в городе. Хибара? Такой же у меня папочка. Мог бы во дворце жить, а выбрал хибару с крысами и шлюхами. Можешь выяснить, где она? Только так, чтобы никто об этом не узнал. А я уже знаю. Возможно, там мы узнаем, где отец сейчас. Если мы вообще эту хибару найдем. Нашел я. Чё ты думаешь, блядь? Ты думаешь, что... Я даже не знаю, как меня зовут тут, блядь, в игре. Ты думаешь, Андрюха не узнает? А, шо, блядь? Не, ну, видите, а? Вот, сука, вот просто вот ни на что не надеется она. Ни на что. А я... Хоп! И всё. Я знаю, где хибара. Василий не думает, что твой отец где-то на острове. Ну, сколько я его знаю, ничего путного от него не услышишь. Романов не особенно хорошо отзывался о твоем отце. Романов не особенно хорошо отзывался о твоем отце. Отец пытался его переехать, а вместо этого задавил любимую шлюшку Романова. Эти двое никогда особой изысканностью не отличались. Не могу сказать, что мне нравится, что он в городе. Он бы с радостью меня прикончил, а то и чего похуже. И если ты думаешь, что он мог бы отдать меня на растерзание своим парням, учти, то же самое он может проделать и с тобой. Лишний повод поскорее отсюда убраться. Я не боюсь. Чувак, ты расскажешь про свою... Блять, про хату. Ты чем-нибудь торгуешь? Короче, давайте продам это. А, меч я пока оставлю. Хер знает, может меня спиздят чуть-чуть. Бывает такое в этой игре, может быть. Короче, на, забирай. Вообще все. Все, короче, завершить. Я не знаю, что случилось с этим местом. Точно?
твоего брата Ольфа орден заключил в тюрьму. Твоего брата Ольфа орден заключил в тюрьму. Ольф в бегах. Насколько я слышал, от ордена еще никто не убегал. Твой брат Ольф передал, что ты приходил к месту встречи. Твой брат Ольф передал, чтобы ты приходил к месту встречи. Спасибо, уже иду. Не за что, чувак, не за что. Прямо из-под земли. Так, Ингвар, насрать на него. Василий, это не были моя люди. Хозяйка. А где второй брат? Тебе доводилось вообще об этом думать? Второй брат. Иногда приходится рисковать. Сука. Я забыл, где второй брат их. Как все вообще может так происходить? Блять, сука, мозг, думай, блять, думай. Я думаю, что это все басня. Блять, где-то же был второй ихний брат. Я помню, помню, почти помню. Почти. Почти. Какое слово? Почти. Дитар уже идет на место встречи. Сейчас давайте найдем еще одного брата, Карабата, и все, и пойдем. Лили? Мне найдется чем заняться. Да-да, иди займись. Ага. Эриксон. Тихо. Я думаю. Ой, блядь, да прекрати ты думать. Да добра ты не доводит. Так, Джек у нас здесь. Но ключа у меня нет от его сундука. Да и пиздить Джека я не хочу. Все-таки мне как бы этот мужик не противен. Харек! Что? Да ничего, короче, не хочешь со мной разговаривать. Блять, где его брат, сука? Кто-нибудь знает, я не знаю. А, он там наверху сидит. Так, как тут это забраться-то туда? Сука, я забыл. Там, по-моему, да? Здесь, да? Да? Да, точно. Давайте заберемся, ему скажем, что типа так-то, так-то, то-то, то-то. А, им нужно на место встречи подходить. Здесь ты, да? Чувак. Блять, это помощник кузнеца. Нет, блять. Нет, сука. Где же пень? Где же брат ихний, названный второй? Там первый, там второй, третий. Где третий, блядь? Кто мне скажет, кто подскажет, где же третий? Блядь, я не знаю, я не помню. Так, погодите-ка. Третий брат. Третий брат как акробат. Один тут уже есть. Сука, ёбаная память, а? Третий брат. Да, первый был там. Второй заточен. Но точно не там. А вот здесь вот сидит на... Кто у нас? Это не ихний брат? Штурман. Бля. Блять, кто же у вас брат-то, ёб твою мать? Так, Сид, это... Не беспокой меня. Ну-ка, и мне насрать на тебя. Так, может он вот здесь вот где-то? О, Фин. Ну это хер с ним, я с тобой в следующей серии поговорю. Белшвур, Флавио, так. Так, чувак. Ты, блядь, вот, привет! Меня просил Ольф. Кстати, у меня есть? Не хватает. Меня послал Ольф. Вы должны пересечься. Вы должны пересечься в месте встречи. Замечательно. Так с ним все в порядке? Спасибо за сообщение. Увидимся. Не что, чувак, не что, давай, иди, беги. Тихо, убийца. Вообще насрать. Так, ладно, жажда странствия. Ну что ж, мы собрали братьев-акробатьев. Ну, я хорошо сказал, ну ладно. Братьев мы собрали, с проститутками там разобрались, ночку провели. Хорошо, утро наступило, видите? О, давайте посмотрим на рассвет. Отсюда. И завершим серию. Так, кстати, что еще мы с вами сделали?
А, ну да, и выгнали этого мудака, который обижал проституток. Потому что проститутка она или не проститутка, первым делом она женщина. А женщин бить плохо. Да. Ну, попой шлепнуть можно, но бить плохо. Ну, ладно. Вы находились на канале Казаков Геймер Систем, то есть КГС. Меня зовут Андрей. Мы проходим с вами игру Risen, первая часть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Ждите следующую серию. И на этом все. Всем пока. Ой, всем пока. У меня уже башка едет. Всем удачи, всем пока. До скорой встречи.